Сегодня на Старом Московском тракте, недалеко от резервуаров с нефтью, произошел прорыв трубы. Мощный поток мутной воды высотой 5 метров хлестал из линии теплотрассы. До ближайшей дороги от места аварии не меньше 10 метров, поэтому на автомобильном движении происшествие не сказалось. Как выяснили корреспонденты, ЧП произошло на участке, который обслуживает ТЭЦ-9. Появился свищ на трассе ГЗУ. Это шлак зола качается на золоотвал. Появился свищ, отключили уже. Ну, вода с золой попала на рельеф. Ну, ничего страшного. Это не агрессивная среда, ничего. Все уже отключили, насколько я знаю уже. За трассами как бы смотрим, следим. Но протяженность большая, 7 километров, 4 трассы. Поэтому, ну, где-то можем, как бы, говорить, ну, не угадаешь везде, где. Толщинометрию делает, но делаем, как бы, это и затратно. Но определенные трассы в определенные года проверяем. Где-то бывает, что вот такое вот выстреливает. На ликвидацию прорыва энергетикам понадобился час. За это время поток воды подмыл участок дороги. Что касается охраны окружающей среды, то большого вреда вода с золой для почвы не несет. А вот когда влага испарится, сухая зола поднимется в воздух. И тогда проблемы могут возникнуть у людей с заболеваниями органов дыхания.